Депутатская проверка. Виктор Казаков посетил Самарский детский дом номер один. Это учреждение считается одним из лучших в области, а его воспитанники успешно находят новые семьи. Сегодня из 45 мест в детском доме заняты всего 19. Самому младшему воспитаннику 7, а самому старшему 17 лет. О том, как живут и чем занимаются, рассказали депутаты Госдумы во время экскурсии, которую сами и провели. Парламентарий отметил, что работа по устройству детей в семьи эффективно ведется не только в этом учреждении, но и в Самарской области в целом. Это образцово-показательный дом среди тех, которые остались сегодня в Самарской области. Их стало гораздо меньше. В свое время, я помню, и Богдановский дом, и другие, которых сегодня нет. Это говорит о том, что планомерно дети перекочевывают из этого здания в семьи. На данный момент контингент детей – дети взрослые. То есть очень много студентов, очень много школьников старших классов. Поэтому, конечно, особый акцент мы делаем на дальнейшую социализацию, адаптацию в социуме. Мы видим, очень важно, чтобы дети наши жили в семье. Будет ли это возвращение в кровную семью, или это будет приемная семья замещающая, или это будет оформление опеки или патроната. Вот это для нас приоритет.